Друзья, всем огромный привет, и в своих уроках я часто вам показываю какие-нибудь методы и фишки с использованием плагина Nick Collection. Он стоит сейчас 149 евро. Согласитесь, сумма не маленькая, но когда-то Nick Collection принадлежал компании Google и был совершенно бесплатный. Можем ли мы считать эту версию плагина пиратской? Я считаю, что нет. Потому что этот плагин был в свое время переработан, а тот установочный файл, который в то время раздавался бесплатно, он совершенно спокойно устанавливается на любой компьютер, любой Photoshop. И при установке этого плагина, который был когда-то бесплатный, антивирусник абсолютно не ругается, его все устраивает. Также достаточно легко в свою семью его принимает программа Adobe Photoshop, но есть одно «но». Этот плагин при совершении стандартных действий установочного файла легко устанавливается на старые версии программы Adobe Photoshop, но вот с новыми есть, скажем так, некоторые проблемки. В программах Adobe Photoshop 2020, 2021, 2022, 2022 года этот плагин устанавливается не совсем корректно. Программа его не видит. И сегодня я вам покажу, как очень быстро и непринужденно установить плагин Nick Collection в новые версии программы Adobe Photoshop. И да, если уж мы говорим с вами об установке плагина Nick Collection, конечно же, его можно будет найти по ссылочке в описании к этому видеоролику. Итак, с вами на связи интерактивная фотошкола Art Photo Life. Меня зовут Серджио. В соцсетях меня можно найти по никнейму Корсар. Поехали! Вот, друзья, перед нами установочный файл. Кликаем два раза. Выбираем язык из предложенных. Я выбираю русский. Кликаем «Далее». Здесь галочку нажимать вовсе не обязательно. Нажимаем «Принимаю». Соглашаемся с тем путем, который нам установочный файл предлагает по умолчанию. Кликаем «Далее». И вот теперь, друзья, в этом всплывающем окне внизу кликаем «Плюсик». Далее идем по пути, где у нас установлен Adobe Photoshop, локальный диск C, Program Files, Adobe. Открываем папочку Adobe Photoshop, в моем случае 2022. Кликаем на папочку Plugins, нажимаем ОК. Таким образом мы прописали новый путь. Нажимаем «Установить». Установочный файл не спеша выполняет свою работу. Установка завершена, кликаем «Готово». Открываем Photoshop и смотрим. Давайте я открою какой-нибудь файл, чтобы у нас была картинка. Итак, фильтр. Nick Collection, пожалуйста, друзья, и запускаем наши плагины, которыми мы будем в дальнейшем пользоваться. Ну вот, друзья, на этом все. Если видео было полезным, не забудь жмакнуть лайк. Не забывай, что это для меня лучшая награда. А если ты не подписан, обязательно подпишись, ведь впереди нас ждет очень много интересных и полезных уроков по обработке фотографий. Ну а если ты впервые на моем канале, не забудь заглянуть в мой инстаграм. Все нужные ссылочки в описании к этому ролику. И забрать подарок, набор моих авторских пресетов. А на сегодня это все, друзья. Всем пока, творческих вам высот и до новых встреч! We'll be right back.